Ефектне відео запуску АТКМС силами оборони України, не лише ефектне, але й дуже ефективне. Відразу наших глядачів, постійних або нових, хочу попросити, аби обов'язково поставили лайк, прокоментували, підписалися. Алгоритми YouTube так працюють, тоді більше людей зможуть побачити, як працюють наші оборонці. Пане Романе, заявлено, що це є АТКМС, запуски наших ракет по тимчасово окупованому Криму. Як наслідок, в першу чергу є прильоти в районі Євпаторії, там є дислокація ворога. Давайте ще раз покажу відео, як там реагують самі місцеве населення на цей удар, і далі проговоримо. Це є Вітіно Сакського району. Там якась потужна є база окупантів. Також повідомляють про ураження і радіолокаційної системи. Ну, це станція дальньої космічної зв'язки. Там дійсно це запад Криму. Росіяни її використовують для управління спутниками, в тому числі зйому інформації. Там доволі-таки серйозний комплекс. Він давно вже просився под уничтожение, вот очередь дошла. Скорее всего, нам дают ограниченное количество атакамсов, потому расписаны все эти цели. Цели стабильны, то есть они не динамичны. Это основные военные объекты, еще оставшиеся в свое время после Советского Союза. Россияне сейчас их развернули. Естественно, по этой цели легко попасть, если есть чем. Вот мы сейчас достаем атакамсами, была уничтожена это станция контроля, и нанесен довольно-таки серьезный вред уже космической военной отрасли России. Пан Роман, до речі, було враження, оце ми говоримо, НЕБА-М. Що це за РЛС, наскільки воно потужне, і чи воно співпрацює з тими комплексами С-300, С-400, які регулярно оборонці наші б'ють і вибивають в Криму? Это система РТВ России, радиотехнических войск России. НЕБА-М – это метрового диапазона радиолокатор. Дальность где-то под 600 километров. То есть, по большому счету, он видит, допустим, если стоит в районе Крыма, он видит за Одессу, то есть за Херсон, практически до за Запорожье. И это одна из основных станций, которая сейчас попадают под удар наших средств поражения. Почему? Потому что как раз из-за ее дальности. Они перехватили на себя те нереализуемые возможности А-50-х, которых мы два уничтожили. Эти тоже 600 километров увидели. Правда, они чуть под другим углом, но тем не менее. То есть вот эти 600 километров сейчас на себя перебирает НЕБА-М, россияне пытаются их ближе к линии боевого соприкосновения подтянуть, ну, естественно, под наши удары. То есть тоже одна из основных целей, которые надо уничтожить перед заходом самолетов уже под общую задачу завоевания превосходства в воздухе. Пане Романе, південніше від Євпаторії, від Вітіно-Заозерне, є вже відомий нам Бельбек аеродром. І кажуть, що також було дуже гучно в районі Бельбеку, також влучали. І що цікаво, Бельбек, акваторія Севастополя, суть в тому, що велика кількість поранених на пляжі. Там біля 120, 5 загиблих, повідомляють окупаційні і власті їхні, так би мовити. І що цікаво, що, звісно ж, Міноборони Росії заявило, що це ракета з боку України, але воєнкори їхні написали наступне, а потім і видалили пост. Про що вони пишуть? Що, скоріш за все, це не могла бути ракета КТМ «Атакамс», тому що якби вона була от з касетною боєголовкою, було б значно більше жертв. Скоріш за все, це самі ж їхні ракети С-300, С-400, уламки могли впасти на пляж. І оцей пост, який ми зараз демонструємо, ці Z-воєнкори популярні, відразу повидаляли. Напевно, пішла їм рознарядка це все замовчувати. Ну, здесь несколько сразу проблем с одной стороны для россиян и действий, неправильных, неграмотных действий россиян. Но мы это уже неоднократно проговаривали. Баллистическую ракету сбивать С-300, С-400, ну, мягко так скажем, это все равно, что по воробьям стрелять. Вот примерно то же и произошло. То есть ракета заходит, отрабатывает, а потом только идет противоракета, причем уже идет потеря цели, естественно, если она не успевает самоликвидироваться или самоликвидируется над пляжем,
то естественно, что произойдет? Произойдет поражение гражданских лиц, которые там находятся. Ракета сама по себе, у нее несколько механизмов есть, если она не выходит. То есть она, если запущена, она может ликвидироваться, сама ликвидация срабатывает. Но опять же, срабатывает где? Над определенным участком. Это до моря, скорее всего, не дошла. То есть должна была над морем ликвидироваться. Могла раньше. Либо попытка все-таки достать баллистическую ракету привела к тому, что ракета раньше могла, даже раньше выхода на море, могла также самоликвидироваться. И это мы, естественно, видим эти проблемы. Это примерно, если бы мы Патриотом баллистические кинжалы или Искандеры сбивали ракетами ПАК-2, которые предназначены для аэроцели. Они просто их не успевают перехватить. Ну, по разным причинам, особенно когда не видят восходящую траекторию. Они рассчитать просто не могут. Естественно, позже идет стрельба. И это все эти С-300, С-400 падают на инфраструктуру, на землю, в принципе. Кто там будет, тот и попадает. Можно сказать, такой же самый удар по пляжу, как россияне наносят теми же С-300, С-400 по Харькову. То есть та же самая примерно траектория, естественно, с такими же поражающими элементами. Правильно, кстати, военкоры российские пишут, если бы зашла Атакамс на пляж, там бы сотни погибших были, потому что там 200, это ракета М-39А1, там 275 поражающих боеприпасов, поражающих элементов М-74, они там весь пляж бы отминусовали. Ну, это реально, реальность такая, так она и есть. То есть, скорее всего, в этом смысле военкоры правы, ну а потом поступила команда. Но это один аспект, это военный аспект, связанный с уничтожением или попыткой уничтожения, или прикрытия, допустим, военных объектов. Бельбек – это основной аэродром российский, центральный, естественно, туда будут идти, это самый оптимальный вариант, отправлять туда кассетные боеприпасы. То есть вот ракета М-39А1, Атакамс 300-километровая, она до Бельбека достает и, естественно, накрывает большую площадь. То есть там аэродромно-техническое оборудование, самолеты, естественно, локаторы и так далее и тому подобное. Но это одна военная плоскость. А второй вопрос, это уже такой общечеловеческий. Ну, каким, мягко скажем, недалеким человеком надо быть, чтобы взять и отправлять на оккупированную территорию, которую будут деоккупировать? Это практически поле боя. Отправлять на поле боя детей, людей на отдых или еще под каким-то вопросом. Взяли, заняли, то есть захватили территорию, убили украинцев, выгнали со своих домов и поехали туда отдыхать. Ну, в голове у них хоть что-то складывается. Естественно, украинское общество, Украина и международное сообщество будут возвращать эти территории. То есть, естественно, военным путем. Другим путем это не получается. Это сказки про рассказки, про великий демократический путь возврата. Этого не будет. Нет этого механизма. Потому только военный. Значит, это поле боя, то есть проведение боевых действий. Вот еще раз повторюсь, каким надо быть недалеким человеком, чтобы отправлять туда на поле боя, на отдых россиян. Но это может быть такая политика как раз российских властей для того, чтобы гражданским населением прикрыть военные объекты. То есть что такое для россиян, что такое Крым? Для российской верхушки, то есть военно-политического руководства, это так называемый непотопляемый авианосец, на котором расположены локаторы, естественно, самолеты и так далее, и тому подобное, военные объекты как таковые. Так вот, один из механизмов их прикрыть, нагнать туда 2-3 миллиона россиян для того, чтобы они своими телами попытались прикрыть военные объекты, понимая, что они, естественно, будут под ударом. Ну вот примерно россияне сейчас пожинают плоды вот такой военно-политической авантюры российского руководства.
До речі, пане Романе, власне про це і пише щоденний звіт сьогоднішній Інституту вивчення війни. Вони так і кажуть, що Росія цілеспрямовано розміщує військові об'єкти серед цивільних. Я якраз хотів це вас запитати, але от ви вже випередили моє запитання і відповіли. Якщо говорити про Крим, от довго не було в інфополі інтерв'ю від голови управління розвідки головного Кирила Буданова. Він дав Philadelphia News інтерв'ю, і серед іншого пане Романе згадав про ядерну зброю, застосування чи ні з боку Росії, а також Philadelphia Inquirer, перепрошую. А також він сказав про Крим і міст. Він запевнив, що ті експерти, які переконують, що атака МС дальнього радіусу дії не можуть знищити міст, вони дуже і дуже помиляються. Він сказав, що питання лише в кількості цих ракет. Є, він каже, погодився з Беном Ходжесом, генералом Сполучених Штатів Америки, що Крим можна і треба відрізати від постачання, як мінімум, і ізолювати його можна. Ну і загалом по фронту сказав, що апокаліпсису не буде, але ситуація складна. Вот Буданов тоже подтверждает, можно только чуть уточнение по нашим друзьям, которые в издании, которые пишут по поводу расположения военных объектов среди гражданских. Немножко не так, и вот Буданов тут чуть-чуть подсвечит этот вопрос. Не военные объекты располагаются в районе гражданских, наоборот. Гражданских нагоняют для жизни на военные объекты. Крым – это там больше 150 стационарных военных объектов. Это углубления, это штольни, шахты. Это целый такой в массиве, на этом горном массиве выдолбленные целые военные городки. Так вот, именно туда сейчас россияне пытаются напихать гражданских, для того, чтобы прикрыть военные объекты гражданским, не наоборот. То есть вот это такое существенное уточнение. Это в Донецке они специально заводили те же грады, ставили во дворах для того, чтобы принять обратно, или чтобы не стреляли, или наоборот, чтобы принять обратно ответку по гражданскому населению. Здесь россияне пошли дальше. То есть на военный объект является сейчас этот непотопляемый авианосец Крымский полуостров. Они туда пытаются напичкать как селедок в бочку гражданских, прикрывая в том числе и пути подвоза. Так же самое они почему постоянно держат Крымский мост под постоянным движением, перекрывают его при ударе, но тем не менее. То есть там постоянно идет гражданский поток. Они тоже пытаются прикрыть гражданским населением этот мост, то есть это тоже военную нитку. Уничтожить его атаканцами, конечно, можно. Его можно, в принципе, по большому счету и гранатами уничтожить, если их будет миллион одновременно. Ну, то есть здесь же этот вопрос, главное, в поражающей способности. Один атакамс, ну, их два вида есть сейчас, те, которые у нас есть, по крайней мере, М-39 и один, это кассетник, вот тот, о котором мы сейчас говорили, который шел на Бельбек. Это кассетный боеприпас 275 суббоеприпасов М-74. И есть ракета М-48, но новейшая версия есть М-107, но, наверное, пол-107-х нам пока еще не давали. А М-48, она несколько десятков лет уже работает, это ракета с боевой частью 225 килограмм, осколочно-фугасная. То есть, по большому счету, 225 килограмм, ну, две таких ракеты, как полутонная авиабомба. То есть, по большому счету, естественно, если их хотя бы два десятка зайдет в одну точку, там точно Керченского моста не будет. Но это должно быть два десятка, они должны пройти. То есть это надо целый механизм мероприятий провести, уничтожение вот тех же, того же НЕБМ. Почему его уничтожать? НЕБМ видит дальность 600 километров, значит, на дальности 300 километров НЕБМ видит восходящую траекторию этого же атакамса. Значит, россияне могут успеть отреагировать, рассчитав определенные механизмы на перехват, то есть рассчитать точку встречи. А если уничтожить не БМ, как вот мы уже сделали, да, то, значит, восходящую траекторию этих 20 атакамсов российские ПВО не увидят. Она на нисходящей траектории будет примерно то же самое, как в Бельбеке. Вот вчера сначала по воробьям постреляли, а потом поубивали гражданских. Вот примерно такая же самая ситуация. Потому в этом смысле Буданов однозначно прав.
то есть достаточное количество атакамсов, М-48, как минимум, будет уничтожить российский мост, но к этому надо подготовиться. То есть вот эти завоевания превосходства, так называемые воздушные, его надо догнать до Керченского моста. То есть все ПВО, все радиолокаторы, которые могут препятствовать движению наших ракет, надо уничтожить до того, как пойдет основной поток ракет, чтобы отмінусувати мост. Пане Романе, також головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в телефонному режимі поговорив з начальником штабів Сполучених Штатів Америки генералом Чарльзом Брауном і сказав наступне, що вже на фронті відчувається допомога наших партнерів, надходження снарядів, але ситуація справді напружена, м'яко кажучи. І також би хотів згадати, пане Романе, звіт британської розвідки. Вони кажуть, що для них це очевидно, а ви про це вже давно говорили. Свої сили та засоби ворог зосередив на Донецькому напрямку в напрямку трьох населених пунктів. Це є Покровськ, це є Миргород і, власне, Селидове, яке є між Покровськом і Донецьким напрямком. І ми неодноразово з вами говорили, що в Селидово пролітали ворожі ракети. Чи ми можемо сказати, що, власне, тепер це буде номер один напрямок для ворога? Ну, это он и был, мы с вами неоднократно об этом говорили, то есть видно, куда россияне будут двигаться, видно по их резервам. У них около сотни, в районе 90, 100, может быть 110, постоянно идет ротационные моменты, около сотни тысяч резервов сейчас скоплено в районе Донецка. То есть в этом Донецком, на Донецком направлении может быть плюс-минус 50 километров, то есть с юга на север в ширине где-то в 100 километров, это так, с Волновахи, где-то от Волновахи по югу и ближе к Горловке по северу. Около сотни тысяч, и эти резервы, они для чего копятся? Их не трогают. То есть они стояли на 100-километровой дальности, сейчас их подтянули к 30-километровой. Вот в районе, они сейчас реально в районе Волновахи, в Донецке в самом почему-то идут обстрелы Донецка нашими войсками, потому что россияне заходят резервы. Для нас важно эти резервы не допустить на линию боевого соприкосновения, уничтожить их раньше. Вот мы уже начинаем доставать в Донецке, не пытаются там по окраинам Донецка пока двигаться. Там довольно-таки хорошая разветвленная система дорог Донецко-Макеевской агломерации. Донецк, Макеевка, Ясиноватая такая, это три города, которые вместе уже срослись. И вот система дорог позволяет и большое количество технических, технологических мощностей позволяет россиянам рассредотачиваться. Приходится накрывать довольно большую площадь точечно в этой агломерации, не допуская россиян как раз к линии боевого соприкосновения. Но это основное направление. Да, это Селидово, это практически перед Покровском, то есть со стороны Курахова, то, если двигаться. То есть движение россиян однозначно это. Почему? Потому что они расписали это все в своей конституции. Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Крымская области они внесли в российскую конституцию. Сейчас будут пытаться в течение последнего, это видно, в течение последнего года, полгода, так это уже точно активно, будут пытаться выйти на границы как минимум двух областей, Луганской и Донецкой. Почему очень сейчас, опять же, серьезные силы развернуты у россиян в районе Боровой, на Боровую, это как раз со стороны Макеевки. Макеевка – это еще Луганская область, мы ее контролируем. Это Луганская Макеевка, не Донецкая, Луганская. И они будут пытаться двигаться в сторону Боровой, то есть выдавить наши войска за Оскол. Но это основная задача выйти на границы Луганской области, их как-то прикрыть Осколом с запада. Это как минимум. Ну, естественно, движение на Покровск, то, которое мы с вами уже полгода проговариваем, оно одно единственное, основное, где россияне. Почему? Потому что российские резервы там расположены. Все остальное – это штурмовые гранаты, тепловые ловушки, не более того. Там Сумы, Харьков, может быть, Херсонское направление. Основное здесь. И именно Буданов точно четко говорит о том, что в ближайший месяц россияне будут давить очень сильно, я больше скажу, в ближайшую неделю-полторы. 3-4, мы уже проговаривали, 3-4 июля в Астане очередная сходка ШОС,
Шанхайская организация сотрудничества. Китай этим всем руководит, Китай за всем стоит. Они сейчас пытаться будут принять в ШОС еще и Беларусь. Почему и Дуда туда поехал, в Китай, да, промерить температуру по палате, посмотреть, чем это чревато для польско-белорусских отношений, ну, естественно, польско-китайских в том числе. То есть это вся, весь этот процесс давления, вот он как раз завязан на эту в Астане конференцию очередную. Россиянам важно к этим 3-4 июля показать какую-то положительную динамику, потому я об этом говорю, что ближайшие неделя-полторы будут очень тяжелыми. То есть россияне будут пытаться выйти на границе хоть какой-нибудь из областей, чтобы хотя бы обозначиться в положительной динамике по выполнению боевых задач. Ну а то, что Сырский разговаривал, допустим, с Чарльзом Брауном, так, скорее всего, Чарльз Браун бывший, не бывший, он инструктор F-16, сейчас руководит комитетом начальников штабов, как раз это его очередь, авиационная военно-воздушных сил Америки. То есть это летчик-инструктор F-16, который прошел военный путь, так сказать, хороший бэкграунд истребителя. И варианта скорее вот уже чувствуется, то есть вот эти контакты между командующим вооруженными силами Украины и авиацией, это можно так говорить, и Пентагон сам само собой, но это все-таки конкретная авиационная тема. Скорее всего, вопросы по передаче или по ускорению передачи F-16 решаются. Сырский прекрасно понимает, что без авиации никаких наступательных движений точно невозможно сделать, да и оборонительных в том числе. Нам сейчас катастрофически не хватает обещанных F-16, и чем быстрее будут переданы, тем, естественно, лучше для фронта, особенно сейчас. То есть вот как раз в преддверии вот этого надвигающегося серьезного попытки прорыва россиян в сторону Покровска. Пане Романе, хотів би згадати також і про Дагестан, тому що вчора вечора там відбувалися дуже такі серйозні тектонічні зміщення, скажімо так, теракти. Ну, так називають їх їхня влада. Там було багато селянини, дуже багато було захоплено два храми в двох населених містах. От депутат Госдумы от Дагестана Гаджиев считает, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и страны НАТО. Ну, це очевидно. Загалом велика кількість загинуло і загалом навіть біля тимчасово окупованої Абхазії на кордоні так званому з Росією також була стрілянина. Тобто я бачу так, що якісь починаються серйозні рухи в Росії. На Северном Кавказе, восток Кавказа, это Каспийское море, это Дагестан, Абхазия, это уже Гарский район, Гагры, это уже западная часть Кавказа, это уже ближе к Черному морю. То есть, по большому счету, впереди, скорее всего, зреет очередная Кавказская война. Почему? Потому что поднимаются народы Кавказа, Северного Кавказа в борьбе за свое самоопределение. Это как минимум и эту волну от освободительного движения спецслужбы России пытаются очернить. Почему, допустим, можно об этом говорить вот в данном случае? Да потому что любой межконфессиальный конфликт, он запускается всегда спецслужбами. То есть для спецслужб важно, ну, вернее, это один из такой почерков спецслужб. Грубо, если перерезали горло священнику, ищите там за этим действием спецслужбу. Обязательно. Они с этого начинают какой-то, либо начинают конфликт, либо пытаются очернить само какое-то движение. Потому вот это движение освободительное народов Кавказа за свою независимость, а там много, там целых, ну, до десятка практически народов и народностей, которые, ну, никак им не в голову за сотни лет никак не вобьют, что они русские. Ну, невозможно Абхазу, невозможно чечену, ингушу, дагестанцу вбить в голову, что он русский, а россияне этим занимаются. То есть они пытаются идентичность стереть. Естественно, возникают некоторые моменты, связанные с уже самосознанием таким, и мы это видим, вот это разворачивающееся действие сейчас. А спецслужбам надо это, естественно, очернить. Они это делают. То есть
Я так думаю, что вот именно этот инцидент, связанный особенно с определенными межконфессиальными проблемами, он под эгидой российских спецслужб. Особенно вот эти две башни, которые все никак не могут Бортникова сбросить с верхушки. Он там пытается все управлять, но его, скорее всего, сбросят. Один из механизмов это вот такой. Посмотрите на те же действия по Крокусу. То есть было убито больше сотни гражданских, никаких проблем у ФСБшников нет. У спецслужб вообще никаких проблем нет. То есть это видно было заказной характер, то есть пропустили, выполнили, инициировали, пропустили, выполнили для каких-то, ну, мы видели, геополитических механизмов для того, чтобы попытаться повесить на Украину какой-то этот след. Сейчас будут вешать на Украину еще и этот кавказский след, то есть будут пытаться, по крайней мере, нас очернить. Но здесь два момента еще раз подчеркну. Одно – это нарождающееся очередной нарождающийся такой вал действий по самоопределению народов Кавказа, и второе – противодействие этому валу разными механизмами российских спецслужб, которые будут пытаться сейчас вбить в клин между нациями, национальностями, народностями, конфессиями. То есть это как раз почерк. За этим почерком надо четко следить. Пане Романе, до речі, якщо говорити про північний напрямок, так, є вже підтвердження ударів по пункту управління в Білгородській області, є це відео, власне, ми вчора з вами згадували, і от заявляють, що саме це пункт управління. Ну, приліт точний, приліт якісний, і бачимо, рознесли, і, очевидно, наслідки серйозні будуть для самих окупантів. Якщо говорити окрім цього удару, це вже кажуть самі росіяни, окупанти. Наступне, що в них проблеми є в Вовчанську на цьому напрямку, і кажуть, що Збройні Сили України, я процитую, що кажуть окупанти, ВСУ почали мінірувати з коптером наші логістичні маршрути. Наскільки це справді може принести проблеми ворогу? Ну, у нас один из механизмов, наша Баба-Яга, это один из механизмов, как заминировать любую логистику россиян. А уже Бабу-Ягу можно забрасывать даже на десятки километров. Ребята вешают сеть ретрансляторов и управляют этими тяжелыми дронами, которые могут опускать и мины в том числе, естественно, чуть ли не на тропку, по которой движутся или идут российские войска. Причем это делается ночью, они утром выходят на улицу почухаться, и тут улетают на концерт Кобзону, иногда в нижнем белье. Не камильфо, конечно, но тем не менее. То есть эти механизмы, причем они работают уже давно, это почему-то они сейчас только начинают их подсвечивать. Где-то уже с год ребята работают на больших глубинах, как раз минируя российские логистические цепочки, там, где идет техника, там, где идет личный состав. Пане Романе, до речі, голова дипломатичної місії ЄС Жеп Барель сказав, що вони знайшли юридичну, наголошую, лазівку, аби відсторонити Угорщину, яка блокує використання коштів, прибутки від заморожених активів Росії для військової допомоги Україні. Він каже наступне, Барель, що оскільки Угорщина утрималася від попередньої домовленості про відкладення доходів від заморожених російських активів, вона не повинна брати участі у прийнятті рішення по використанню цих грошей. І от сьогодні, в понеділок, представники ЄС будуть збиратися і вже намагатися обходити Угорщину. Барель каже, що це важкий механізм, але дієвий, і вони зможуть це втілити. А хто іще, той завжди знайде. Тому, якщо ставиться задача, знайти, як її виконати, діло часу, не більше того. Тому, я думаю, вопрос этот будет решен, хотя видна серьезная проблема. Проблема в определенных отношениях в Евросоюзе, в НАТО, кстати, в том числе. Один всего лишь человек, даже не страна, то есть один человек, Орбан, может руководить практически целым Евросоюзом и странами НАТО. Но это неправильно, то есть это не демократия. Это как раз наоборот, это больше можно, похоже как раз на автократические некоторые механизмы, если они есть в управлении. Так эти механизмы надо снимать. То есть переводить по принятию решения там в две трети, в половину, две трети, три четверти, как угодно, но чтобы вот таких вот Орбанов можно было обходить и не искать долгие пути обхода.
Это касается самой Европы, это не только отношений там с Украиной или еще как-то. Надо понимать, что у них, у самих эта проблема, причем она заложена в уставы, то есть в фундамент этих отношений. И это очень это для самой Европы сложно, потому чем быстрее они эту проблему решат, решат на фундаментальной уровне, тем будет лучше для самой же Європи. Ну, а ми, звісно, Європа, тобто для нас це теж положительний момент. Пане Романе, і на завершення, от Wall Street Journal розповідає деталі про наші вже легендарні беки Sea Baby. Ми з вами неодноразово говорили, що наші інженери удосконалюють цей надводний безпілотний дрон. Що кажуть Wall Street Journal? Що команда Василя Малюка, Служби безпеки України, так, яка безпосередньо керує цим проєктом, модифікувала Sea Baby для встановлення 180-кілограмових морських пластикових мін, які важко виявити. І от вони наводять деталі, що першим був ракетний корвет «Самум» восени 23-го року. Вперше в історії російський корабель вивели з ладу міною, яку за 400 кілометрів приніс безпілотник Служби безпеки України. І там ще є перелік номенклатури кораблів Чорноморського флоту, які саме були ліквідовані пластиковою надводною міною. Я так розумію, що для виявлення пластикових мін в росіян виникають проблеми, тому що радари їх не показують. Ну, не тільки радари, там немножко друга система обнаруження, тобто, ну, тим не менше, один із механізмів применення Sea Baby, в тому числі і мінування. Дело в тому, що сам по себе Sea Baby може стати міною. Тобто, це так, продадим ідею Службі безпеки. Sea Baby, якщо його накачати, він може взяти на борт більше полутонни взрывчатки, він може зайти, лечь где-то на рейді, причому лечь на дно, в качестве мины и быть в зависимости от определенной системы подрыва, быть довольно-таки серьезной проблемой для россиян. То есть это может быть сама мина как таковая. Ее надо сделать миной, этот Sea Baby. И, естественно, затопление, управляемое затопление на определенных маршрутах движения военных судов приведет, ну, к серьезным проблемам у россиян, а тем более, если это сделать на входе или на выходе из порта, военных портов российских. Потому надо подумать Службе безопасности еще и над этим механизмом использования такого рода беспилотников. Ну, а вообще-то ждем мы от Малюка. Мы от Малюка давно уже ждем третьего удара по Керченскому мосту, обещал генерал. Генерал сказал, генерал должен сделать. И по Новороссийскому порту засиделись оба этих объекта. И Новороссийский порт, через который идет больше половины углеводородной продукции России на запад. И, естественно, Керченский мост, через который идет 30% военной амуниции в Крым и Херсонскую, Запорожскую область. Пане Романе, дуже дякую вам за це зведення. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні понеділок, 24 червня. Обов'язково, звісно ж, коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки і діліться нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24-го каналу.